русских слов не признавая, соловей нам пропоет из литовского Китая. Янтутрис, краже Лятува, хей, геляри, жители сада, алло! Куплю, чем я мечтаю.
брат. О! Какой же он хорошенький. Когда он был маленький, это был самый хорошенький из всех малышей зайчат. А потом он вырос. Маленький Мишель, так шла красная шапочка, что она носила ее не снимая. Днем и ночью, ночью и днем. И все со временем стали называть ее красная. А это как у нее здоровье? Хорошо, мамочка! Добрый день, дорогие друзья. Но у нас действительно времени очень немного, всего час, впечатлений масса, поэтому уж вы нас не обессудьте, мы будем таким телеграфным, наверное, языком разговаривать. Вот все эти дни, они были очень наполненными, несмотря на то, что иногда бывали вечера пустыми, но утро раннее и насыщенное. За эти дни, я вам напоминаю, мы посмотрели 22 спектакля и увидели, познакомились с работой 21 театра. Это немало. Немало, и это, и эти все впечатления, которые мы получили, они, конечно, еще в голове не уложились. Еще многое будет потом как-то осмысливаться, но тем не менее, уже о каких-то вещах, я думаю, можно поразмыслить. Мне как раз важно сказать, в том числе о том, что мне очень понравилось. Только что мы вернулись из фестиваля «Петрушка Великий» в Екатеринбурге, который я считаю лучшим фестивалем России по всем компонентам. Счастье, что это был, потому что я видел там, на мой взгляд, шедевр, спектакль белорусского режиссера Олега Жюжды «Пиковая дама». Ради таких спектаклей стоит приезжать. На этом фестивале тоже есть несколько спектаклей. На мой взгляд, все, что я говорю, это только мое мнение личное, а не мнение жюри. Каждый из нас говорит только от себя. Ради этих спектаклей стоило приехать, на мой взгляд, на этот фестиваль. Я имею в виду, во-первых, «Майская ночь». Вот на примере спектаклей, которые мы сейчас увидели, были блистательные работы, связанные с музыкой. Это
Поневежский театр, безусловно. Понимаете, это тонкая, вполне осмысленная, внятная работа. Я понимаю, что происходит. Театр, помимо сопровождающей спектакль музыки, но принимал точно решение. Вот как поет соловей, например. И как поет механический соловей. И оба этих решения были очень остроумными. И я, зритель, сам решал вопрос, какое из этих пений, извините за корявость, какое пение является хорошим, а какое плохим. Понимаете? То есть меня из этой работы не выключали. А я был сопричастен к этому спектаклю. Я счастлив сказать, это справедливо. Лучшее музыкальное оформление Фаустас Латинос Соловей. Обязательно передадим ему эти подарки, тем более, что сейчас он работает атташе по культуре литовской посольства Москвы. Лучшая работа художника. А в советские времена он был для нас живой легендой. Он и сегодня для нас живая легенда. Виталис Мазурас, Соловей!